Исследование, проведенное Генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе в архивах Конгресса США, выявило исторический документ, свидетельствующий о поддержке нацистской политики Гитлера армянскими дашнаками. Так, 4 мая 1945 года член Палаты представителей США из Мичигана конгрессмен Фрэнк Хук представил на пленарном заседании Конгресса статью о симпатии армянских дашнаков Гитлеру, террористических актах, совершенными ими в Соединенных Штатах. В статье армянские дашнаки описываются как хорошо организованная революционная банда с большим опытом террористической и фашистской деятельности. В качестве примера в статье приведена цитата из бостонской газеты «Хайриник» 1936 года, в которой гитлеризм и фашизм, по их словам, подарок человечеству. В статье отмечается, что дашнаки приняли терроризм как политический инструмент в самом начале своего существования. Дашнакские террористы ликвидировали многих американцев-армян в США, которые были против них, в том числе архиепископа Леона Туриана, лидера армянской церкви в Америке. В отчете Конгресса также упоминается известный армянский нацистский соратник Гарегин Жде. Его армянские сподвижники-дашнаки распространяли российские идеи среди молодых армян, рожденных в США. Стоит отметить, что сегодня Гарегин Жде считается национальным героем в Армении. Основная армянская лоббистская организация, активно действующая против Азербайджана в США, Американский национальный комитет армян, является дашнакской организацией. Армянская революционная федерация, также известная как Дашнак Тютюн, является левой ультранационалистической партией Армении, основанной в 1890 году. Сегодня эта партия дашнаков действует в Армении, в оккупированном Нагорном Карабахском регионе Азербайджана и в странах, где присутствует армянская диаспора. Альбина Абдрахманова, CBC.